Я любила в нем все. Его руки, его запах, то, как он носил меня на руках. Я могу вернуть нас обратно. Обещаю, я сделаю это. Помнишь эту прекрасную леди? Привет! Как ваше самочувствие? Наконец-то мне удается уснуть, я стала энергичнее, мы занимались сексом. Врач, что прописал тебе эти таблетки, разбогатеет. 911, что у вас произошло? Помогите мне! Тут кого-то убили! От создателей фильма «Заражение» имел место несчастный случай. Что нам делать? Никаких признаков борьбы или взлома. Где ее адвокат? У нее нет адвоката. Она по-прежнему говорит только о вас. Я не понимаю, почему это происходит. Твоя знакомая? Под желанием, будь она мужчиной, вы лечили бы ее как-то иначе. Это не то, что вы подумали. Что происходит? Найти правду. Я прописала ей Облексар. Я не думаю, что вы обязаны дальше быть моим врачом. Я думаю, за ней надо установить слежку. Секретов не утаить. Кто-то понесет наказание. Все это пройдет. Все это будет тебя преследовать вечно. Я даже не догадывался обо всем этом. Остановись, ты далеко зашел. Потрачены миллионы долларов. Он врал ей. Он врал мне. Если бы не вы, меня бы здесь не было. Джуд Лоу, я хочу назад свою жизнь. Руни Мара. Я знаю, что я не сумасшедшая. Кэтрин Зетта-Джонс. Все обо всем знают. И Ченнинг Тату. Энн, ты проснулась? Уничтожь это, прежде чем оно уничтожит тебя. Побочный эффект. В некоторых случаях возможен летальный исход. В феврале.